это всегда какой-то такой фонтан чувств, который ты даже не можешь назвать. Некая субстанция, которая вот как бы непонятна, необъяснима с первого раза. Но это всегда восхищение, как бы вот именно когда ты открываешь эту дверь домика и выходишь, конечно, ну, это как вот, мне кажется, появление на свет, что-то такое, потому что загораются огни вокруг тебя, софиты, да, и ты как бы, да, переходишь порог из одного мира в другой. Это такая вера в чудеса и непосредственность, потому что мне очень близко то, что Жизель, например, гадает на ромашке. Наверное, я бы сделала то же самое, чтобы понять, насколько искреннее отношение ко мне кого-то вокруг. Возможность без страха, без боязни быть тем, кто она есть, и, наверное, это меня даже восхищает, потому что жизнь в большом городе тем отличается от жизни где-то в сельской местности, что тебе все равно приходится примерять какие-то маски, а здесь вот эта чистота, искренность, она, конечно, ну, именно восхищает. Долго и кропотливо. Мы прямо вот с Любовью Филимповной, с моим педагогом, погрузились в процесс. И мне очень помогал мой партнер Никита Корнеев и Данила Викторович Корсунцев. Они были с нами весь этот месяц. Каждый день мы репетировали по полтора, по два часа. И, в общем, это было на самом деле непросто. Непросто. Я могу сказать, если вот совсем-совсем честно, очень много лет назад я еще танцевала двоечку Велиса, на Жизель приходила моя мама. И она после спектакля подошла, ну, как бы встретила меня и сказала: «Маша, пообещай мне, что если ты будешь танцевать Жизель, тебе никогда не будет распущенных волос. То есть делай все, что хочешь, но с тобой». Вот и как-то, ну, я согласна с мамой, конечно. И поэтому вот стараясь вот скомпоновать вот это ощущение того, что Жизель уже уходит в другую реальность, что ей действительно очень плохо, и чтобы это при этом было сценично и аккуратно, мы вот вместе придумали как бы такой вариант, и наш гример Лена Баянова, она как бы тоже вот это все выложила вот так вот. Мы репетировали совсем с распущенными волосами, и половину сцены сумасшествия я ходила, да, с половиной в лицо. Пока вот я так не чувствую. Не знаю, может быть, пройдет 10 лет, я буду совсем с распущенными волосами. То есть пока такое мироощущение более вот аккуратное, наверное, в этой сцене. Волнение присутствует всегда. После первого же выхода я уже не волновалась, потому что мне все нравилось. И это вот такая нежность, воздушность, и при этом большие прыжки, и линии, и все меня вот как-то отпустило.